Жители домов по улице Калинина переменам не нарадуются. Говорят, хорошей дороги здесь никогда не было. Каждую осень грунт размывало. Пытались справиться своими силами, но все равно грязи было по колено. Когда я работал на машине, нет-нет, щебенка подбрасывал маленький. Вот и ездили. Теперь вместо грунтовой дороги здесь будет асфальт. Отслуживший свой срок трубопровод протяженностью почти 300 погонных метров поменяли еще летом. Участок стратегически важный. Эта труба питает теплом и снабжает горячей водой треть зданий в городе. Теперь здесь восстанавливают благоустройство. Обещают справиться за 2 дня. На текущую дату 7 объектов благоустройства полностью выполнено. На всех оставшихся объектах строительно-монтажные работы завершены. То есть тепло потребителям поступит вовремя, без всяких задержек. На всех оставшихся объектах ведутся работы по благоустройству. Ориентировочный срок окончания 30 октября. Подготовили все оборудование станции, подготовились тепловые сети. Все объекты, перекладок, которые у нас влияли на систему подачи теплоснабжения, мы все монтажные схемы в полном объеме собрали. Соответственно, сейчас занимаемся отладкой режима. Заполнение системы у нас, в принципе, уже произошло как таковое. Срок, когда рабочие должны все успеть, поставлен жестко. Плановые работы до 31 октября. Те, что ведут на проезжей части, до 20-го. При этом отопительный сезон в Самаре стартует уже завтра. Тепло начнет поступать в школы, больницы и детские сады. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.